Флуоресцентную живопись представили художники из Сочи, Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону. Основная тематика всех светящихся работ – природа и человек в едином. С помощью ярких красок организаторы решили создать атмосферу диких джунглей. Помимо увлекательных кислотных картин, на выставке можно было увидеть и работы в новом виде искусства канделиза, что означает в переводе «манящий свет» или «ловец эмоций». Этой техникой владеют всего 2 человека в России и несколько зарубежных художников. Работы выполнены на оргалитовой плите, прошедшей 7 степеней обработки. Одна из составляющих – это гипс. Остальные ингредиенты и техника исполнения такой игры света и тени держатся в секрете. Уникальность таких картин еще и в том, что их можно мыть водой. Помимо выставки, организаторы также проводили чайные церемонии, шоу-программы и встречи с художниками. Также мы проводили мастер-классы, на которых посетители могли пообщаться с художниками, узнать тонкости росписи текстиля и увидеть магию красок, которые светятся при ультрафиолете. Мы сейчас решаем в Краснодар, наверное, поехать, там провести. Ну и в Сочи, если найдем другое помещение, может быть, посотрудничаем с Фортом.